Сегодня я хочу рассказать вам о том, что у нас совсем скоро будет следующее астрономическое событие, которое, друзья мои, заслуживает действительно большого интереса. И мои штатные астрологи предупреждают, что эти дни пропустить нельзя. Позвольте, я немножечко вам расскажу, что же за дни нас ожидают. Во-первых, 20 июля будет новолуние. И этот день, когда что-то можно делать, а что-то нельзя. И психологи предупреждают, что в день новолуния у человека могут быть такие состояния, как апатия, депрессия, раздражительность, нежелание что-то делать. И самое удивительное, что это коррелируется именно с состоянием вот планет, да, потому что действительно в эти дни не надо ничего делать. В эти дни нужно быть спокойным, умиротворенным. И как раз в эти дни мы и начнем наш марафон «Проверенные денежные ритуалы». Я проведу для вас медитацию, какие-то успокаивающие, такие настраивающие на позитив ритуалы. И потом мы с вами пойдем по нарастающей, по растущей луне. 21 июля уже будет растущая луна. Друзья мои, а 22 и 23 будут просто великолепные дни. Дни, которые могут подарить вам богатство, процветание, рост, имущество, неожиданные предложения. Конечно, если вы используете это время с пользой для себя. В эти дни, мои дорогие, мы будем с вами рисовать свое будущее светлыми, яркими красками. Ведь вы же прекрасно знаете, что когда человек наполняет себя позитивом, наполняет себя хорошими энергиями, к такому человеку даже инфекция, даже этот вирус пресловутый не пристает. А если все-таки человек заболел, то он и выздоравливает намного-намного быстрее. Поэтому для меня очень важная задача поддерживать вас в хорошем настроении, в хорошем состоянии духа, в хорошем психологическом состоянии. Поэтому, друзья мои, не сомневайтесь, прямо сегодня регистрируйтесь, подписывайтесь на участие в марафоне «Проверенные денежные ритуалы». Я же знаю, как вы любите денежные ритуалы. Я же знаю, как вам это нравится. И я собрала для вас в этот раз, самые-самые вкусные, самые любимые, самые действующие ритуалы. И по вашим многочисленным просьбам, один из них, тот ритуал, который я привезла еще из Америки от моего первого мастера, гранд-мастера фэншуй Линь Юня. Это, вы помните, копилка сокровищ. Этот ритуал сделал счастливыми и богатыми уже десятки тысяч людей во всем мире. Друзья мои, это потрясающая вещь, это нельзя пропустить. Я знаю, что вы будете в восторге. А если вдруг по какой-то причине вам что-то не понравилось, никаких проблем, у меня есть моя золотая гарантия, мы возвращаем вам деньги, не задавая ни одного вопроса, поэтому вы даже ничем не рискуете. Дорогие друзья, дайте мне руку, я даю вам свою руку, и мы с вами пойдем по золотой дорожке, делая проверенные денежные ритуалы. Это будет четко, конкретно, все по делу, с хорошим настроением, с улыбкой. Мои дорогие друзья, я жду вас. Старт нашего марафона 20 июля, именно в день новолуния, в тот день, когда все начинается. Пока!